Доброе утро, друзья. Поселок Небух, Черное море. Очередной отчет. 10 мая, прохладно, где-то 12 градусов, море штормит. Вот такие вот горы здесь накидало. Ах-ах-ах. Вот. Камней повыкидывало. Пляж пока пустой. Здесь реально трактором все разравнивали для удобства отдыхающих. Сейчас смотрите, как все подняло. Ну, наверное, трактор снова приедет, когда будет штиль. Снова разровняет камушки, чтобы можно было удобно отдыхать. Волна высотой примерно, ну, где-то, наверное, с полметра. Купаться, конечно, клево в таком. Ничего не скажу. Где вот камни, тут, конечно, мутновато вода, когда штормит. Но сейчас я подойду вот туда вот, вот туда, и покажу, как там. Ну вот я пришел на эти камни. Водичка тут, не сказать, что прямо сильно прозрачная, но она, по крайней мере, чистая, не мутная. Но просвет видно, на камеру плохо передает. Ну а так вообще, конечно, красота. Здесь клево. Ну, заходить неудобно, да, согласен, скользко. Ну, сами вот полюбуйтесь. Так и хочется занырнуть. Сейчас покажу буну. Это называется буна. Вот так свалены камни. Сейчас покажу буну с другой стороны. Ходить по буне запрещено во избежание всяких разных несчастных случаев, потому что камни бывают трескаются, бывают расшатываются волнами, и происходят какие-то смещения, и можно как бы упасть. И это нифига не приятно, потому что это камень. Вот, короче, как море волнуется. На буне сейчас такие вот волны клевые. Вот идет хорошая волна. Следом еще одна. Короче, вот так вот. Вот волна идет клевая. А какой приятный шум, такой низкий, морской. А, друзья, кайф, кайф, кайф. Солнышко идет. Прямо видно, как зеленое-зеленое такое. Так можно сделать. Ладно. Ух, какая волна. Вот это мощь. Вот это мощь. Как она вылетает. Солнышко пришло. Люди пришли, тоже снимают, потому что это офигенно. Это офигенно красиво.